Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, открываем сундук, управление воздухе, ускоритель дым. Также у нас тут бесплатный сундучок, в котором управление воздухе и амортизаторы прыжков. Так, по команде Прива, ага, я Рэй 2-0. Так, ну что, результатики. Результатики смотрим, ребята, что у нас там получается. Продули. И такой счет-то, ё-моё, ребят, совсем капельку, совсем чуть-чуть сфейлились. Обидно, обидно на самом деле. Так, детальки. Оперативная разблокировка сундуков. Что там? Играть. Не надо мне вот этого играть. Шмалять и тому подобное. Так, мне сказали почистить клан. Давай чистить. Давай займемся чисткой. Так, Верещак, удалить. Егорчик, удалить. Челькостан, я не знаю, кто такой, удалить. Биль, удаляем. Артик, удаляем. Так, дрифт такой, не знаю, удаляем. Обоих дрифтов этих удаляем. Мэна удаляем. По-моему, все. Пока все, ребят. Небольшая чистка была. Ну что, 13 тысяч кубков. По-другому быть не может. Дай-ка я, наверное, открою здесь. И здесь тоже. Так, кубок по скоростному спуску. Давай, ну, соответственно, поменяем сейчас. Так, что у нас тут? Ага. Так, а что бы можно было бы тут надеть-то ему на голову? А что это такое? А, то есть это вообще ничего, да? Понял. Ну, сделать можно так. Можно сделать так, а можно... А что можно? А можно и вот так вот сделать. Что-то мне не нравится он с этой морковкой в руке, как забалдыка какой-то. Возьми. Вот. Вот такую штуку. Блин, и руки, да, действительно, надо сменить ему. Что ему лучше поставить? Вот так вот. Нормальный дед. Во 100 шуб одет. А я поехал, ребята, скоростные спуски покорять. Да, из меня тут, конечно, покоритель. Я заехал, а вот тот обделался. Паренек. Все равно медленно немножко, ну ладно, фиг с ним. Медленность, скорость у нас из-за того, что... Я не помню, я колеса снял или не снял? Нормально чувачок там врезался. Оу! По-моему, я, ребят, вообще сфейлился здесь. Но на самом деле тут вот крылья, ну как бы... Да куда ты полетел? Ой, дурила деревянная, ё-моё, а. Болван, балбес, я не знаю, как его назвать. Чё с машиной-то, твою налево, блин? Да нахрен мне тут... Я даже не знаю, что и сказать вам по этому поводу, ребят. Просто нечего сказать. Отвратно проехали. Я не знаю, что здесь винить. Не знаю. Себе, наверное, винить здесь надо. В первую очередь. Так, что я хотел сделать? Блин, куда ты лезешь? Что у меня вообще тут стоит? Да нет, колеса, в принципе, стояли нормальные. Не знаю тогда. Давай уберем крылья и поставим...
Монетный ускоритель, мне кто-то говорил. Поставь, говорит, монетный ускоритель. Угу, монетный ускоритель. Мы любители поездить на заднем колесе. Давай проверим. Да, без форсажа едем. Ну, ладно, допустим, первую гонку фиксим. С горем пополам осилили. Но мне надо, ребят, в любом случае все гонки выигрывать здесь, потому что только в этом случае я вернусь на свою позицию. И никак по-другому тут не вернешься. Ну, так, ладно, второе место. Этого чуть-чуть не догнали. Да, в принципе, там понятно, почему не догнали. Кое-где мы врезались в одном неудобном моменте. И вот такое вот там получается у нас. Давай, 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 торопыга. Газуй. Хорошо, блин, мне кажется, вот это ускоритель для колес, ну что-то как-то он не работает. Не, я понимаю, что надо ехать на заднем колесе, чтобы он срабатывал, но... Я не могу столько ехать на заднем колесе, чтобы он срабатывал. Наверное, нам придется вернуться к этому, как он называется. К ускорителю, к этому, к топливному. Скорее всего. Ну, что-то вообще ни в какую. Такой кисляк, если честно. Вообще просто кисляк. Что там за гонка у нас? Первый снег. Попробуем с тобой первый снег взять вот на этой тачке. Первый снег. Вот для него, вот. Вот для него, ребята. Проблемус номер один. Эти горки, блин, никчемные. Ну, хорошо, здесь, ладно, фиг с ним. Уговорили, здесь нормально. Но как что-нибудь такое похлеще будет, все, ребят, сразу будем фейлиться. Чую я. Опа, 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 опа. Вот смотри, видал, как расколбасил тачку сейчас? Вот только что начал, ребят, колбасить ее. Но он меня убивает, ребята, именно вот своими дебильными прыжками, ты понимаешь? Как этот, как... Я не знаю, кто. Маневрирует он, блин. Давай посмотрим, что у нас сейчас будет. Встал, молодец. Я уже хотел отсчитать, блин, его по полной программе. Давай сюда, заныривай. Ну тут хорошо получилось. Даже первое место. Угу. Кубок, скалистая дорога. Ну, на скалистой дороге-то ясен перец, что мы поедем с тобой на ролейке. Но я уберу вот эту вот дрянь. Не, мне она не нравится. Мне она не понравилась. Не знаю. Зачем я это беру? Ну, зачем-то я беру. Какого лешего-то? Все почему-то, ребята, все перепрыгнули, все проехали. Причем по низинке, по низиночке, ребята, они ехали. А я, блин, по верхам и... В полной заднице. В полной, ребята, задница была сейчас только что. Поверху то, что поехал, все. Потерял, как говорится, этот... Как это сказать? Преимущество и... Ну, допустим. Допустим. Что у нас тут из этого может получиться? Пока едем первыми. И...
Да. Слушай, выиграйте 6 гонок. У нас, кажется, задание такое было. Вот опять ее начинает закидывать. Так, я вниз. Ну-н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 у, давай, родной, давай. Вот это вот, перелети вот это вот. Ладно, удалось, друзья мои. Блин, у меня аж рука зачесалась. Нормально. Сделали мы всех. Я уже думал, что все, ребят. Опять карантарики на воздушном шарике. Но нет, все получилось. Так, хил климп. Это вообще надо задание поменять. Вот, маневр 500 метров. Вот это я понимаю. Так, открываем. Ерунда. О, новая краска, но опять же не туда, куда мне надо. Так, дед, ты сегодня будешь у меня нормально кататься или нет? Давай, дедок, давай. Ну что тебя опять-то так раскидывает? Ох! Тьфу ты, блин. Нифига там. Вот это, ребята, называется подсираловка. Ну, в самом деле, ну, подсираловка полная, блин, понимаешь? Третьим, блин. А все почему? А потому что пиндрючился там, где не нужно. Вот это вот, дебили, вот это вот. Нахрена мне вот это вот ускорение на полной... По полной, когда он влепляет, когда оно мне нафиг не нужно. Сколько я уже насчет этого ругался, блин. И он все равно делает, как хочет, а? Как ему, блин, выгоднее? Давай еще головой врежься там. До кучи. Ох, ладно, ладно. Проехали здесь. Давай дальше. Не облажайся. Вот сейчас вот что вот это вот было в данный момент? Вот. Она ехала нормально. Какого фига она начинает вот этот вот маневры свои вот эти вот дебильные? Раз уж заехал, едь поверху тогда, блин, что ли? Четвертым. Ай, блин. Че-то вообще расколбасило. Че-то вообще расколбасило. Это что сейчас было? Что сейчас? Сейчас вот сейчас доиграемся. Разобьется он у меня, блин. Нахрена он вот эти вот ускорения-то включает? Именно вот в такие моменты, в самые ответственные. Там вертушка. Я удивляюсь, лихач-то каким макаром тут вообще не размазался. Я бы, если честно, на лихаче бы, вот я думаю, что здесь бы я бы не поехал бы. Но это... Вертушка еще ладно. Ну, суперкар еще, бог с ним. Но лихач. Вот сейчас, кстати, покажет у нас, кто здесь. Блин, не то. Немножко не то. Я думал, что это будет у нас по падению вниз. А это, видишь, у нас как получилось. Вот, опять. Взлетели, блин. В поднебесную. Опять же. И опять. Так, здесь нормально, первое место, все. Фу, отлегло. Так, мы сундук собрали, ну-ка. Магнит, ускоритель, дым, форсаж. На автобус, форсаж. Ну что, попробуем с тобой проехать на этой, по зимовке, а? Снежный замок. Возьмем? Мне кажется, нифига мы не возьмем. О, снежный замок. Да, с этими прыжками ты такой снежный замок возьмешь, что мама не горюй. Ну, нормально. А чё?
такое горючее-то? Вы чё, ребят? А сфига ли горючее-то так быстро заканчивается? Непонятно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Давай вот здесь аккуратненько. Он не подобрал горючее, ребята! Неужели фейл будет? Да скорее всего. Да. Я горючее, ребят, не подобрал. Если я сейчас доеду, это будет чудо какое-то. Прикинь. Ну действительно, что-то уж больно там быстро горючее заканчивалось. Ого, крылья. Так, ну что у нас? Опять зимний кубок. Да что ж такое-то? Одни зимние кубки, ребят. Нормально, мы едем одинаково, но почему-то мою машину раскорябило. А его тачка нифига, нормально проехала. Мы на одинаковых машинах. Причем даже мотоциклисты успели, умудрились обогнать. Каким-то чудом. Ой. Так. Так, куда мы там летим, блин? Я. Все-таки я вздрючил. Ну давай. Последний заезд. А там что, кто-то на форсаже, что ли, или мне показалось? Да не, не показалось. Там кто-то был на форсаже, ребят. Я аж слышал прям. Кто, мотоцикл? Да, мотоцикл на форсаже. Это жесть. Не, ну серьезно, это жестяк. Просто натуральный. Так, хорош, у нас лес, поэтому в лесу мы поедем на старой доброй ролличке. Давай. Так. Вот здесь надо нормально пролететь. Замечательно. Ну что, съели лопухи? Тут опять этот скоростной бразилец, что ли, у нас? Он, не он, или мне показалось? Ну да, скоростной бразилец. Чувак, хорошо поп... А как он отцепился? Скажите-ка мне, ребят, на милость. Он же там застрял, почему он отцепился? Прям в воздухе, ребята, вот это был обедняк. А сколько раз меня так подрезали на финише, вспомни-ка. И ведь ничего. Не плакали же, да, ребят? Не плакали. Бубнили, но не плакали. Отлично. Тут шикарно проехали. Там лихач еще что-то ехал. Весь какой-то размотанный. Так, мистический кубок. Опять я... А раньше я пробовал здесь мистический кубок проходить, ребят, на этом. На баге. Поначалу мне казалось, что вроде бы норм. Но потом... Потом нифига не норм. Так... В принципе, вот в этой вот, вот именно в этой езде нормально можно показывать результаты, если ты знаешь трассу. То есть где-то притормозить, где-то подгазануть и все, и тут ничего сложного нету.
Он проиграл из-за того, что он очень прыгучий. Он подпрыгнул, как я в тот раз подпрыгнул перед финишем. И меня все обогнали, я в итоге был четвертым. Помнишь такую фигню? Это, по-моему, буквально было в прошлой серии. Так, это, по-моему, здесь же у нас, да? Да, здесь. Но здесь, опять же, не стоит сильно, ага. Пипец! Ну что вот это сейчас было? Ну, вот это вот как назвать, друзья? Второе место. Или первое, первое, да? Нет. Еще гонка у нас. Ну тут гонка-спуск. Вначале вот этот вот нелепый подъем, а потом начинается вот этот вот... Вот сейчас вот подъем. И уже после него идет спуск. Но ты видел, да, что он не справился с управлением? Супер машина это, супер ралли. И он потерял преимущество, а я вижу, тут вынулся. Он вообще последний приехал. Потому что он не справился с управлением. Его там развернуло, перевернуло. Блин, я ненавижу вот эти вот. Я в последнее время уже даже рад в воде. Но вот эта вот шахтерская фигня меня уже достала. Слишком много шахт. Слишком, ребята, много. Не просто много, а слишком много шахт. У нас чуть ли не каждую гонку, чуть ли не каждую вторую, первую гонку у нас шахта, 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 шахта. Надоедает. Именно шахты, блин. Оу, 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 оу. Все, ребят. Заплутала, блин, душа Машинкина. Еще и без крыши. Ну тут одна гонка, да, я могу так понимать. Ну ты встанешь на колеса-то. Вот как это назвать, а? Ну это тупость, глупость и нелепость. Да. Из-за того, что там вляпался, блин, просто потерял все преимущество. Вот тебе и вода. Да мне уже не нужна вода, все, я уже пар спустил, блин. Что мне тут ваша вода? Фига там тягач наяривает. А мне, как всегда, ребята, во все тяжкие, блин. Да-да-да-да-да-да-да, пока... О, парень, я тебе не завидую. Размазала тебя там на скорости. Я не знаю, там обо что-то. А что, тут опять одна гонка, что ли, ребят? Ну, слушай, походу здесь одна гонка. Да заезжай ты твою налево, сейчас еще проиграем, блин. Есть. Да, а этот там так хорошо ехал. Вот это, нет, не, наверное, я не знаю, кто из них там хорошо ехал. Ну, тягач, короче. Так, давай попробуем на байке. Не знаю, что получится. Давай ты шпарь, есть. Этот сзади желтый поросенок там ехал, но все равно ему за мной было не угнаться. Ой-ой-ой. Фига там. Воу. Это каким-то чудом, ребят, на колеса я обратно встал. Я уже думал, что все. Мой водитель отдаст душу Богу. Но нет. Так. Бери горючее. Есть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не дуркуй. Вот, вот здесь вот сейчас. Второе место, ребят. Сам виноват. Не дуркуй, не дуркуй.
дурканул. И даже, честно говоря, не особо понял, как. Перевернулся, блин, на ровном месте практически. Машина, ты будешь сегодня ехать, а? Что это за вялый, блин, ритм жизни? Я не могу понять. Я вот... Еле едет, еле-еле-еле, ребят. Такой, знаешь, как будто он не едет, а... На трассе девочек снимает, извините меня. Такой, знаешь... Ни рыба, ни мясо, как у нас говорят. Так, приземлился, отлично. Но опять свою вялость ты врубаешь, тупорылую, а? Ну, снег, твоя стихия, давай. Снег, твоя стихия. Сфига ли это вдруг? Че ты, Рэй, несешь? Какой снег, твоя стихия, блин? Правильно. Сейчас поехал понизу. Я вниз. Ну и что, что мы разбились с тобой на... практически, да? Второй? Второй. Вырвал там победку у Ахламонды. А так я даже первый. Но, что там, 3000 монет. Какая там у нас трасса? Опять туннели. Вот я, ребята, об этом и говорю. Слишком много тоннелей. Уже, блин, тошнит от них. Че он там заму... Опа. Давай ты шпарь, дурик, блин. Эх, а первый? Блин, первый, ребят, все-таки. Все-таки первое место урвал. Я думал, что мы ему уступим. Но не уступила моя ролейчка. Красавочка моя. А вот этот чувак, я вообще, ребята, поражен. Поражен чем? Во-первых, он поехал сюда на спорткаре. Во-вторых, ты заметь, он едет без крыши. Я не хочу! Тупорылый болван, блин. Да я не запоминаю этот раз, ребят. Я помню, что есть у них вот этот с камнем, блин. Ну где там именно вот эта вот фигня, где нужно притормозить, я не понимаю. Так вот, я по поводу вот этого вот чувака на спорткаре, который там едет. Он же едет, у него же нету шлема. Вот это что сейчас было, блин? Да какого лешего-то ты тут? Блин. Второе. Какого лешего он вообще лезет-то, блин, а? Вот ты мне объясни. Куда его не просят, блин? Кто там на форсаже-то? Супердизель? Ё-моё, понёсся, понёсся. Ладно. Хмырь болотный, сейчас мы посмотрим. Как ты на своем дизеле, на своем нитро поедешь в пещерах. Блин, правда, здесь, по-моему, пещер-то не будет. Сейчас посмотрим. Опа! Ну чё? Ахламон съел? Тут и оно. А вот здесь вот, вот здесь вот. Сейчас мы посмотрим. Ну чё ж ты там? Не вырубаешь свою турбо-шмурбу. Где там ты? Я не вижу тебя. Где ты? Алло. Самый последний. Что я требовал заказать? Так, а у нас, друзья мои, кубок лесов. Ну что, погнали. Так, это кто у нас тут едет? Чего?
Вот ты заметь, как он сейчас проехал, ребята. Его не подкидывало, машину вообще не кинуло ни разу. Так, здесь мы первыми. Его машину, я имею в виду вот эту вот, как называется-то, вертушку, ее не подкинул ни разику. То есть с балансировкой у него там все чики-пуки, понял? Но, тем не менее, мы все-таки взяли первое место. Ну, а вот 13 тысяч кубков уже буквально, ребят, рукой подать. Сейчас мы с тобой еще пару небольших финтов сделаем, и все будет окей. Эть! Слушай, ну нормально. Сейчас мы с прыжка так залетели четенько, если честно. Поехали, 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 родной. Некогда тут ворон считать. На этой трассе, кстати, можно было бы на байке даже. На байке даже можно было бы отлично покататься. Тут нет потолка. Но это, по-моему, на первой трассе. А потолок начинается у нас, по-моему, со второй или даже отсюда начинается. Давай. Да, с этой трассы начинается потолок. Значит, байк отменяется. Хотя, если ехать на минимальной скорости, ну, это фигня получается. Так. Приземлишься прямо на горючку? Хрен-то там на горючку приземлишься. Виктори. Еще бы не Виктори было. Ну и последний заездик. Папа может? Папа может, когда хочет. Папа может, когда хочет. А папа хочет всегда. Ну, оп, красота. Газуем. Да, отлично. Даркрайдеры всяких там обогнали и тому подобное. Кубок Сумрачной долины. Ну вот Кубок Сумрачной долины на байке я бы вряд ли бы поехал бы проходить. Я думаю, всем понятно почему. Вот одного не могу понять. Вроде бы едешь первым, вроде скорость не теряешь, но почему тебя обязательно сзади начинает догонять? С чем это связано? Я не пойму вот этого вот. Нет, я могу понять только в другом случае. В одном случае, ребята, если у него машина прокачана круче, чем моей. Да, базара нет. Фига там. А как это так умудрился это парень? Что это за читерство такое? Подлетел фиг знает куда и тут же приземлился. Хе. Молодец. Вот смотри, мы с этим охламоном начинаем практически одинаково. Который вот со мной рядом тоже вот едет. Желтый, не этот, не фиолетовый, а желтый. Сейчас он, правда, отстал. А так вот надо было посмотреть, вот, почему он все время меня обгоняет. Или догоняет, в конце концов. Ну что, Кубок Ледника — это последняя гонка у нас. Не буду я надевать крылья никакие, поехали. Так, тут у нас байкер Рок. Все дела. Не, ну на байке, наверное, тут прикольно ехать. Ой, ребят, насмешил он меня что-то. Я так и... Он погиб. Он, короче, ребят, взлетел. И что-то там получилось, короче, он... Не надо. Он взлетел и приземлился в воду. Я, как бы тебе объяснить, я это... Приземлился на льдинку. А он, нет, он, по-моему, погиб. А он приземлился между льдинами. Как раз там в серединку.
Ну и, соответственно, конечно, там всмятку. Давай смотреть, как у него тут пойдут дела. Вот так у меня пошли дела. Как вот у него пойдут, я не знаю пока. У меня дела пошли вообще великолепно, если честно. Это лучший итог, что я мог сделать. Не, по-моему, ребята, он не жилец. Нет, смотри-ка. Все выжили. Ну, а я, ребятушки, забираю 13 тысяч кубков. Очень шикарно. Блин, курточка какая прикольная там. Ай, как же мне хочется эту курточку. Так, ну что тут у нас? Диме привет. Дима, привет. Так, ага. Так, опять начинается какая-то ругань тут. Куда 8 человек делось? Ок, если я не найду, что он банил 8 человек, то тебе же... Так. Так, а кто там, что там? Так, подожди, вот это мне уже начинает, вот это мне уже начинает напрягать. Так, гелифиш у нас? У нас. Сейчас. Понижаем. Так, что дальше у нас там идет? Гелифиш. Гелифиш оставляем. Так, дикий стояк. Дикий стояк остается. Так, нагибаторы, хакеры, мистики. Ого, Сублена. Ну подожди, где ты такой? Обалденный скин. Я в первый раз такой, ребят, вижу скин. Прикольный. Так, Матвей. Машинки. Ну все, двое пока получается. Двое. Гели и... Гелифишер и дикий стояк. И я надеюсь, что Юрейв меня поймет. Это дело не в том, что я убрал. Чтобы не было просто вот этих претензий. Сейчас начнется буча. Этот. Оставляем вот так пока, ребят. Дальше будет уже все видно. Что там, когда... этот... Когда все рассосется, верну этот... А то сейчас начнется обвинение, начнутся опять ругань. Только, блин, недавно от этого отходили, блин. Я не хочу, чтобы опять это все повторилось. Так, я пошел, съезжу на события. Так, здесь что? Ну, давай попробуем вот это вот. Поедем на ней. Как он тут себя покажет, проявит. Ой-ой-ой-ой, ну куда... Блин, она взли... Да! Ты серьезно, блин, сейчас? Да ты... Да что ты... Здорово, дядя. Так понятно. А, ну тут вон. Блин, мне чуть-чуть не хватило, ты прикинь? Просто чуть-чуть не хватило доехать. Идиотизм. Здесь-то что взять? Пх, я не знаю, что здесь взять. Ну, давай скутер возьмем. Я знаю, ребят, что это дебилизм полный на скутере ехать, но...
Вот здесь я тогда, по-моему, да, не мог. Нет, смотри-ка. А что скорость-то такая? Вообще, вообще скорости нету. Это коровы там или кто? Или это львы там? Я что-то не могу понять. Пасутся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты не перевернись ты. Да ты можешь ехать нормально. Ну, ёпрсы, ну. Ребята, он у меня без защиты, так что... Ну, без защиты я имею в виду без шлема, без всего. А здесь все, здесь, по ходу дела, он приплыл. Почему? Потому что он не сможет заехать. Да я не верю своим глазам. Я не верю, ребят, своим глазам. Он доехал. Это просто какое-то чудо. Так, ну здесь понятно, здесь нам надо что-то... А что тут взять? Давай на ней поедем, что ли, тогда. А все равно лучше варианта не найти. Ой. Ой, какой ты нудный. У него, знаете, у него, по-моему, вообще ни одной прокачки нету этой машины здесь. Это вот в первой части у нас она прокачанная. Почти в топ. Да, она в топ прокачанная. А здесь она не прокачана вообще никак. О, заедешь ли ты в эту горку, парень? Заехал. Красавчик. Ну что ж, молодец. Так, на зимовке. На зимовке мы, наверное, поедем. Вот на чем. Да ладно, перепрыгнули все-таки, а? Так, ну, чуть-чуть не доехал. Ладно, фиг с ним. А, блин, а здесь-то у нас... Че, здесь брать лихача? Ну, это как-то несерьезно. Ну, а я не попал в эту фигню. Ну, что я могу сделать? Зато проехал. Все. Так, приключения гонки. На ККМ-ке ехать. Ну, давай посмотрим. Да понятно, что накапливать энергию. Ну? И чего? Давай, давай, езжай. Не смотри ни на кого. Ай-яй-яй. Вниз тогда поехали, вниз. А что это сработало-то вдруг? А, так я сам с собой что ли тут соревнуюсь? Ну да. Я тут на баги шпарил. Вот то, что я сейчас горючку не подобрал, это мне сейчас скажется. Успел. Так, ладно. Ну, тут захандрил. Тихо, батарейку возьми. Есть. А знаешь, как у меня активируется эта штука? Почему-то, когда я нажимаю вперед и два раза назад. Вот только так, в этом случае у меня срабатывает эта активация.
А не как там написано, на две кнопки вперед и назад нажимать. Ну. Так, замечательно. Единственное, что мы горючее с тобой пропустили, потому что горючее где-то там наверху. А что баги-то? Где баги-то? Я не могу понять. Тихо, вот здесь вот надо. Ать, подобрали. Давай-ка рванем. Ну, молодец, Рэй, рванул, блин. На свою голову, блин. Ну... Я думал, мы там пролетим. Давай. Че, в третий сундук, что ли? Четвертый сундук даже собрали. А где горючие? Где горючие, ребята? Жаль. Но, тем не менее, 2 километра проехал я. Я считаю, что это нормально. Защитная арматура и амортизаторы прыжков. Так, ну что, друзья мои, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.